Инфляция в еврозоне вернулась во времена кризиса. По уточненным данным службы Евростат, в феврале потребительские цены в странах валютного блока выросли всего на 0,7%, на 0,1% меньше, чем в январе. Это самый низкий уровень с ноября 2009-го. Более того, инфляция замедляется, несмотря на то, что Европейский Центробанк опустил базовые ставки до исторического минимума. Целевой показатель инфляции, установленный ЕЦБ 2% годовых, кажется недостижимым. ЕЦБ продолжает отрицать наличие угрозы дефляции, но в прошлом месяце уже 4 страны зоны евро – Греция, Кипр, Португалия и Словакия – зафиксировали падение цен.